paldies Pērnava Sapiņu armoniku spēlētāju biedrības orķestrim. Paldies, protams, arī dejotājiem. Žēl, ka tik maz, bet labi, ka ir vispār. Tagad piesaku kolektīvu no Lietuvas četrus brašus kundus, kuru nosaukums Kapela Duja no Viļņas. Viņi ir ļoti noslēpumaini, bet no viņiem es izdibināju tik daudz, ka viņi visi četri ir gandrīz vecpuiši. Nesmēķē, nedzēr. Labs reklāmas klipiņš, vai ne? Tā kā valcēniet, skatāties uz šiem lietuviešu kungiem, kas zina. Jā, nu, es gan varu tā drusku pačukstēt, ka divus no viņiem es redzēju kūpinām. Tā kā, nu, domājiet paši, tik ļoti viņiem var ticēt. Bet kāpēc viņi ir četri? Viņi esot četri tāpēc, ka mašīnā ir tikai četras vietas viņiem. Un piekto aizņemot sievietes veida instruments, ko sauc par čellu. Tā kā klausāmies. Kapela Duja. Vakars, mīļumā Valka, и все остальные люди эти эстонцы. Лай диву таута здраузи вас, и мы очень рады поиграть в вашем городе. На Валке! Мы просто играем музыку, ее не сочиняем.
Мы просто ищем в Литве старинных музыкантов, которые еще у нас играют. И если эти мелодии нам нравятся, мы их играем вам. Видите, у нас нет этих женщин, но все песни про них. Я на дно, да, совсем жаль не я.
Уважаемые, у нас есть мелодии по лучшим. Молодыми и не было машин, мы ехали с лошадью. И наша лошадь уже ушла, ну, там, где все нормальные уходят. Так, хотим вам сыграть вальс нашей... На память нашей этой. Этой.
Наши дорогие, мы имеем одну литовскую песню про латышей. Послушайте. Песня, если вы не поняли по-литовски, так всех латышей мы отправляем в Ригу. А теперь на последний этот приз. Просто Альфредос имел дедушку, который играл на скрипке. И он выучил мелодию, и теперь мы ее поиграем. По-литовски это «Пеперина полька», а по-латышски будет, не знаем как точно, но по-русски это «пепер», ну... Перец. Перец. Добавлю... Thank you.
Paldies!